Коллеги, во фракцию поступило два заявления от депутатов, да, Трошкапова Владимировича и Сидорова Олега Юрьевича. Поэтому в связи с этим нужно внести изменения в решение Рижского совета депутатов 28 октября о регистрации депутатской фракции. Поэтому в целях актуализации вот этого правоакта руководства сустава Мачинского района предлагаю внести вот эти изменения. Кто за? Прошу голосовать. Это на сессию надо выносить, нет? Да, да. Да, на вопрос есть на сессию, да? Спасибо.